Вы снялись в многих фильмах, впоследствии которые получили низкие оценки. В какой момент во время съемки вы понимаете, что фильм получится хреновый? Слушай, ну я артист, да, и у меня, по-моему, больше 100 названий. И конечно, мне приходилось сниматься в разных проектах, потому что, вот как говорил мой мастер Хефис Леонид Ефимович, количество переходит в качество. Вот. И когда ты молодой, и эго твое сильно играет, оно всегда играет, да, практически всегда, вот. И ты хочешь всего и сразу. Но да, много всякой фигни, много всякого говна, но что делать, это история, мне ни за что как бы не жалко и как-то мне не стыдно ни за что, это мой опыт, который ни за что не купишь, вообще ни за какое бабло.